Толосе. Даже для них это и то было сложно. И это было видно. Ну, а дверку мне так и придется все время закрывать. Это уже понятно. Из-за этих двух разбитых шкафов, да. Понятно. Да, в общем, я понимаю, понял, почему ты отказалась от этой стенки. Правда, один шкаф перекошен, этот не закрывается. В общем, это ужас, действительно, ее надо менять в перспективе. Единственное, на что я надеюсь, что я все-таки найду девушку, уйду жить к ней. И поэтому я не буду менять. А так, если бы вот, если я бы не надеялся на это, то конечно, не надо было бы нового покупать. Я надеюсь, что это ненадолго. С этим, наверное, ничего не сделать, да. Он, видишь, перекошенный. Видишь, когда диван вот этот уберется, вместо этого дивана вот к нам придут.